Заливные пироги на кефире – блюдо, которое можно не только подать на стол, но и взять на работу в качестве перекуса, поэтому советую посмотреть, как приготовить быстрый рыбный пирог с зеленым луком. Заливные пироги – одни из самых быстрых в приготовлении, так что их можно испечь даже поздно вечером или рано утром, пока вы собираетесь на работу. В качестве начинки могут служить овощи, фарш, яйца или рыба. В данном рецепте начинка состоит из рыбных консервов, отварных яиц и зеленого лука, приправленных черным молотым перцем. Тесто на кефире слегка поднимается в духовке и образует красивую блестящую корочку сверху пирога, что позволяет подать его и на праздничный стол. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Яйца смешайте с кефиром, сахаром, солью, растительным маслом и просеянной мукой. Добавьте соду и хорошо перемешайте. Тесто готово. 2. Из рыбных консервов предварительно слейте жидкость, разомните их вилкой. Добавьте нарезанные отварные яйца и измельченный лук, приправьте черным молотым перцем и перемешайте. 3. Форму смажьте растительным или сливочным маслом, вылейте в нее половину теста, аккуратно выложите начинку и сверху вылейте вторую половину теста, выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 45 минут. Приятного аппетита! Подписка на канал. Гарантия свежих вкусных рецептов. Теперь о составе нашего блюда. Мука 250 грамм, кефир 400 миллилитров, яйцо 2 штуки, яйцо вареное 3 штуки, рыбные консервы 1 штука, сахар 1 чайная ложка, соль 1 чайная ложка, сода 0,5 чайных ложки, растительное масло 3 столовые ложки, зеленый лук 1 пучок, черный молотый перец по вкусу, количество порций 5. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Буду скучать без вас.